Лучше с трудом заниматься любовью, чем с любовью заниматься трудом. А для истинного мастера лучше убивать ученика с любовью, чем умереть от любящего гопника. Приветствую вас, побеждающий холодильник! С вами Федорович. Не буду рисовать цифры на воде, но прежде чем показать вам реальный бой кикбоксера против мастера кунг-фу, хочу вам доказать, что сила чи существует. А действительно крутой мастер может подчинить себе даже природу. Спешка нужна только с любовницей, когда муж звонит в двери, а постигать великие знания нужно не спеша. Поэтому я хочу предостеречь вас от просмотров всяких там UFC, Glory и тому подобной шняги. Потому что с вами на улице может произойти вот такая беда. Как мы можем рассуждать о смерти, если мы ничего не знаем о жизни? Только великий и истинный мастер кунг-фу может относиться к смерти легко и смело идти на бой против кикбоксера. Многие в комментах порицают мастеров за то, что они не спаррингуют с реальными бойцами. А зря, ведь сенсеи просто щадят жалких спортиков. Я уверен, что многие из вас не понимают, что происходит на видео, поэтому объясню. Мастер кунг-фу стиля «Железная челюсть» беспощадно уничтожает кулаки кикера своим свинцовым подбородком. А уже через пару минут, когда боец выдохнется и поломает все кулаки, мастеру достаточно будет одного касания для победы. Но такое ужасное зрелище я вам не покажу. Лучше маленькие долларовые бумажки, чем большое спасибо. Также лучше знать хоть какой-то прием от ножа, чем вообще не знать никакого. А вот этот реально крутой мастер знает очень много защит и техник от ножа. Повторить вы, конечно, не сможете, но хотя бы будете знать, к чему стремиться. Да знаю я, что вы не Ван Дамм из кровавого спорта и отбивать удары спиной вы не можете. Поэтому дам прием, который сможет сделать каждый, у кого есть карманы. Слушать злых людей – это уже положить начало злу. А учиться у секретных мастеров – это положить начало концу всех гопников. Правда, есть такие приемы, для которых вам потребуется прекрасный друг. Извините.
Я бы хотел умереть, как старый водитель автобуса, во сне, а не так, как его пассажиры, кричащие от ужаса. А есть люди, которые готовы умереть молодыми, поэтому идут в ученики к бесконтактному мастеру, чтобы смерть была быстрой, непонятной и бесконтактной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, будете тренировать стальную челюсть или отработаете защиту от ножа в подворотне. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки и мотивирую. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, прокусь, защита! Нога где-то, раз-два! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так!